Вот я и дома, слава Богу за все. Слушай, сейчас про Андрея Кураева говорили, что нашли его повешенным. Так ли это? Откуда я знаю? Ну вот только я сейчас последнее известие прослушала, сказали, сегодня нашли Кураева Андрея повешенным. Не знаю. Ну ты включи новости. Ну, ладно, ладно, хорошо. Ну ты что, пенсию не пошел получать? Я пенсию сегодня получила, дают пенсию нам. Ну я не хожу. Накопится когда, тогда сразу сниму. Ого, ничего себе, хитро. Ну все. Да? Ну как ты себя чувствуешь? Что-то глаза у тебя какие-то болезненные. Болезненные? Так я не вылажу, сижу, считаю, тут очень важно. Но ты можешь отдыхать, нет? Нет, ты не что могу. Делаешь, а? Ну в твоем ли возрасте постолько сеть? Глаза уже красные. Я ну отдохни. Я закрою, чтобы не видно было. Спаси тебя, Господи, дай тебе, Господи, силы. С Богом. Давай, храни, давай. Господь, Гальдера тебя. Считай, Гальдера, фельдмаршала немецкого. Давай. Ну ты посмотри про Андрея Кураева-то. Сейчас, отходи. Иду, ухожу, до свидания, с Богом. С Богом. Целую, обнимаю. Ну, куда еще, конечно.